Всем привет, ребята! С вами я, Максим Вейдер. Сегодня я продемонстрирую игру на мобилках про Скибиди Толли. Да, это ее дефубум недавно. Она вышла, ну, на мобилку только сегодня. Вот, сейчас я ее продемонстрирую. Поиграю. Попробую. Ну, я в нее еще ни разу не играл. Ну, давайте хоть посмотрим, что это за игра. Это футбол. Ну, давайте. Так, старт. Ага, камерамен. Окей, я пойду туда. Там я один унитаз вижу. Я, короче, пойду. Вот сейчас всех унитазов обойду вот таким вот незамысловатым образом. Так. Начну их стрелять. Вот сюда вот нам надо идти. Ну, знаете, ничего так на мобилках играть. Впервые ой, мамочки, они нападают. Ребята, они поют. Фух, ребят, так, победили в этом уровне. Так, скибидисты, где? Надо полечиться немного, ребят. А то просто на ХП мало. Мама! Ребят, они за мной бегут. Так, быстрее. Где все? Где они? Они поют, блин. Да пошли вы нафиг все. Нет. Ребят, на меня бежит целая стая. Мне надо их убивать. Нет, блин, я почти сдох. И что? Я умер. Короче, смотрите. Нам нужны монетки. Давайте собирать монетки. И мы так купим себе какого-нибудь обновленного персонажа. Он будет в 100 раз сильнее. И, короче, так мы сможем победить их. Ну, сейчас просто без хардкора можно, в принципе. Это первый уровень. Ну, когда первый уровень выиграю, полный хардкор будет. Так, собираем монетки. Они из них, если что, выпадают. Ну вот, несколько монет, так я собрал. Слушайте, ребят, вот я вам дам совет. Как играть? Получается, мы должны убивать Скибиди Толли. Потом мы должны собирать монетки. А потом покупать себе персонажа, который сильнее. И так мы будем с каждым уровнем, получается, будет становиться больше в это... Ну, будет становиться сильнее босс, и это, нам еще надо монетки вот собирать. Из них они выпадают. Ну, вы видите. И монетки из них, кстати, еще выпадают. Так, давайте одну батареечку полечиться возьмем. Да нафиг, пошел, дебил. Ну, слушайте, мне надо к новому уровню монеток собирать. Отвалите, пожалуйста. Чуваки, ну я вам ничего не сделал. Почему вы так со мной? Не надо. Откуда их тут так много? Капец. Давайте стрелять в них. Ё-моё. Ё-моё. Мне кажется, мне надо валить. Они реально все на меня...
Еще бы чуть-чуть, и я бы сдох. Мне надо искать батарейки. А в этом уровне их реально много. Так, собираю все монетки. Главное, что тут нам надо собрать побольше монеток. Монетки и монетки. Где скибидисты? Так, тихо. Тихо. Не знаю. Он меня просто сейчас убьет. Есть. Ребят, если вы хотите, чтобы я прошел еще несколько уровней, давайте наберем на этом ролике где-нибудь 100 пальцев вверх. 4 подписки и 4 колокольчика, то я сниму, как я прохожу всю вот эту игру полностью. Все, ребят, всем спасибо, всем пока.